В интернете гуляет множество способов, как убрать свой дом эффективно, безопасно. И сегодня я вооружилась самыми популярными средствами, нашла перчатки. Будем тестировать лучшие способы избавления дома от пыли. Итак, смотрите, можно, конечно же, заглянуть на полки магазина и выбрать средство специально для избавления мебели от пыли, так называемая пылироль. А можно сделать самостоятельно, например, использовать средство для стекол, кондиционер для стирки детского белья, спирт, влажные салфетки или просто сухая микрофибра. Попробуем. Есть такие средства, на которых написано «для стекол», «для пластика», «для уборки мебели», «защищает от пыли». Это как раз вот такое средство. У нас есть пыльная полка в шкафу, наверное, самая пыльная, которую можно найти. Попробуем испытать это средство на этой поверхности. Влажные салфетки следующие. Есть еще такой способ, как влажные спиртовые салфетки. К ним у меня есть свое личное замечание. И салфетки для уборки, и антибактериальные салфетки, в принципе, работают одинаково. Единственное, что я вам не советую, это брать специальные салфетки для работы в паре с подгузниками, потому что именно они имеют большое количество пропитки и какого-то крема, что ли, или лосьона, и оставляют следы на мебели. Сейчас используем их. Влажные салфетки – это самое удобное, что можно было изобрести для уборки дома, но, тем не менее, самое затратное. И еще обратите внимание, что спиртосодержащие и антибактериальные салфетки могут портить некоторые поверхности, вроде деревянных. В интернете гуляет такой способ, как раствор воды и кондиционера для белья или старого кондиционера для волос. Конечно, это имеет под собой основание, потому что кондиционер убирает статическое электричество, а значит и пыль не должна оседать на поверхностях быстро. Раствор делается в произвольных пропорциях, потому что кондиционер бывает концентрированный или менее концентрированный. Здесь вы уже выбираете сами. Мы сделали небольшую бутылочку, сейчас испытаем его. Вот пыль, многовековая шкафная. Кондиционер – отличный способ, ароматный и работающий. Есть несомненные плюсы у уборки кондиционером. Пыль действительно оседает меньше, к тому же кондиционер великолепно пахнет. И еще можно убирать без перчаток, потому что кондиционер не вредит рукам. Теперь по народным рецептам от бабушки. Уксус, в том числе и яблочный, это исключительно натуральное средство. Ну а если соотнести уксус и уборку, то раствор воды и уксуса действительно должен оставлять блеск на поверхностях и сохранять их дольше чистыми. К тому же уксус – это великолепное средство, которое пахнет деревенской закуской. Ладно, на самом деле запах быстро выветривает, сейчас попробуем. Уксус есть, раствор, пыльная полка тоже есть. Приступаем. Нельзя сказать, что какой-то либо из способов универсальный. Для каждой хозяйки подойдет свой. Поэтому все из этих средств в целом хороши. Какие-то из них натуральные, какие-то не очень. Выбирайте то, что вам больше по нраву.